Два года, 7 месяцев и 3 дня бичане ждут строительства нового здания 31-й школы. На 947 дней школьников приютили другие образовательные учреждения, куда ребят в будни возят на автобусах. Конечно, возможная новая отсрочка взбудоражила родителей. Уважаемая администрация города Бийск, вам вопрос от родителей поселка Нагорного. Почему выделенные деньги на строительство школы номер 31 ушли на другое строительство школы в село Васипа? Чем наши дети заслуживают нашу школу, свою родную? Ждем от вас ответ, почему произошла такая оплошность. Как пояснили в Бийской администрации, тема строительства школы номер 31 стоит на постоянном контроле не только в Наукограде, но и правительстве региона. В декабре 2022 года был заключен контракт с проектным институтом города Барнаула на разработку проектно-сметной документации на проведение проектных и изыскательных работ по строительству школы номер 31. Этот контракт не закончен. Работы по этому контракту продолжаются. В еженедельном режиме предоставляются в администрацию города Бийска отчеты от проектного института о том, какие работы уже выполнены, какие проводятся. 7 ноября 2023-го – официальная дата окончания работ по созданию проектно-сметной документации. Как уточнила Елена Максимова, сразу после все расчеты проверят автономное учреждение «Государственная экспертиза Алтайского края». На это предусмотрено не менее 2 месяцев. После получения положительной экспертизы, далее администрация города подаст заявку в правительство Алтайского края, в Министерство образования и науки Алтайского края на то, чтобы была предусмотрена или выделена субсидия на строительство школы 31. Либо это будет включение в какую-либо программу. Но в любом случае школа 31 строиться будет. В идеале, после того, как определят источник финансирования, объявят конкурс на поиск подрядчика, который и построит, наконец-то, школу на Волочаевской. При этом ориентировочные даты начала активных работ в администрации не назвали. Ксения Цапко, Андрей Сигаев, «Будни».